23 693 тенге. Такой была величина прожиточного минимума в октябре 2017-го. Это на 0,1% больше, чем в сентябре, и на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше половины этой суммы тратят на продукты, а точнее 14 216 тенге. Из них свыше 18,5% уходит на покупку мяса и рыбы, почти 17% на фрукты и овощи. Масло и яйца обходятся чуть дешевле, на них тратят 14%. На хлеб и крупы вдвое меньше. И всего чуть больше 2% на чай и специи. А вот на непродовольственные товары и платные услуги североказахстанцы откладывают в среднем 9,5 тысяч тенге. Детям до 13 лет в месяц нужно порядка 21 тысячи, юношам больше 29 тысяч, девушкам 22,5. Взрослые мужчины тратят почти 28 тысяч тенге, женщины свыше 22 тысяч, пенсионеры на 230 тенге меньше. Причем в районах и областном центре величина прожиточного минимума практически одинаковая. Разница составляет всего 80 тенге.